Вы знаете, я думаю, что это сейчас одна из их основных целей. И не хочу разгонять какую-то там зраду, панику, но в то же время, к сожалению, постепенно в таком ползущем режиме они, скажем так, разворачивают свои силы дальше по направлению Киево-Святошинского района и вот в направлении Одесской трассы. Очень медленно, в таком, знаете, режиме скорее ползущем, но это происходит. Поэтому я очень верю и надеюсь на то, что об этом прекрасно известно силам нашего командования военного, и что у нас готовы сюрпризы для них, которые не позволят этого сделать. Поэтому не скажу, что это произойдет там в течение дней, если это вообще произойдет, не дай бог, чтобы это произошло. Но у Киева еще достаточно большой остается потенциал для того, чтобы оставлять вот эту ленточку на выезд-въезд. Есть Бориспольское направление, есть направление на Обухов, на Одессу. То есть все прям не вот так вот печально. Но мне не нравится, что они продолжают развивать свою, скажем, линию по окружению города вот со стороны Ирпеня и дальше на Киев-Свят. Это, к сожалению, происходит и дальше.